В Железногорске проверили безопасность уличных батутов. На днях комиссия администрации проконтролировала надувные аттракционы в городском парке, на площади центра досуга и в Подгорном. В парке установлено два батута. Один из них в день проверки не работал. Второй, близ центральной аллеи, специалисты осмотрели со всех сторон. Аттракцион укреплен тросами к земле и бетонным блоком. По бокам установлена защитная сетка. Под батутом установлен специальный настил деревянный в соответствии с правилами. По закреплению они закреплены в соответствии с правилами веревками, там штыри забиты и ограждения выставлены на 1,5 метра зоны. Ну и сейчас требования ужесточились к оказанию данного вида услуг. Ну, соответственно, вот предприниматель обучился и выполняет все нормы, поэтому данный батут вроде как, по нашему мнению, достаточно безопасен для ребятишек. В этом году количество уличных батутов в городе значительно сократилось. Их всего 3. Специалисты связывают это с ужесточением требований. Согласно им, предприниматели должны пройти специальное обучение. Сергей Слободяник курсы прошел. Говорит, что его батуты могут выдержать даже ураган. Ну, для большей безопасности, для большего вытом, вот мы подвезли бетонные блоки, специально, чтобы утяжелить был якорь этот утяжелищий, который даже при, ну, можно сказать, ураганном ветре может, позволит быстро, например, произвести эвакуацию детей из батута, если вдруг какой-то будет такой порыв. При осмотре особое внимание комиссия обращала на устойчивость, изолированность электропроводки и целостность самого батута. На центре досуга батут вызвал вопросы. Специалисты отметили, что бортики у него низкие, нет сетки, а насос не огражден. Предпринимателю рекомендовали устранить недочеты в кратчайший срок. Самые серьезные претензии к батуту в Подгорном. Андрей Шевченко потребовал от администрации поселка закрыть аттракцион до устранения нарушений. Батуты летом – одно из любимых развлечений детей. И, конечно же, родители хотят быть уверены в безопасности надувной конструкции. Ну, сейчас хорошо закреплен, видим. Так что нормальный батут. Детям нравится. В администрации обещают, что в течение лета подобных выездных проверок уличных батутов будет несколько.